Друзья, всем привет. Ну что, опять у меня ремонт двенашки. Вот машина у меня третий год. И за третий год опять приходится снимать коробку. Скорее всего, накрылся выжимной. Жена ехала и, можно сказать, приехала. Не выжать было сцепление. Так, ну что, вот она на такой самодельной эстакаде стоит. Вот я уже начал разбирать. Песик помогает мне. Начал разбирать. Ну что, я тут снял. Снял аккумулятор, снял площадку под аккумулятор, снял вот воздушный фильтр, вот эту шалопыгу. Что еще снял? Вот открутил тросик, снял защиту, вон она стоит, защиту поддона. Так, теперь мне надо будет открутить вон кулису снизу, вон она, открутить и снимать шрузы. Так как всегда у меня оператора нет, буду снимать поэтапно и частями. Все, поехали. Друзья, ну что, снял я коробку. Сейчас покажу. Вот что произошло. Оборвало лепесток. Так, ну что, последовательность. Снят левый шрус. И вот был снят правый шрус. Чтобы их снять, надо гайки открутить и просто вот отсюда выдернуть. Так, а коробка, получается, держится вот на вот этом болте, вот этом, вот этом. И на вот этом болте. Также необходимо снять кулису. Ну и вот тоже от кулисы. И открутить вот эту подушку. Но перед тем, как откручивать, надо подвесить двигатель, чтобы двигатель не упал. Ну и по фишкам. Вот фишка. И вот фишка. Так, теперь коробка. Так. Выжимной целый. Но судя по звуку, надо менять. Как прочертило. Проска. Вот кусочек выпал. Пока еще не знаю, чего это.
кусочек лепестка застрял. Ну что, буду снимать корзину. Друзья, ну что, сегодня съездил я в магазин автозапчастей. И вот то, что касается коробки. Купил вот такой вот комплект Валио. Продавец мне посоветовал. Стоит он в нашем магазине, ну, большинство, где я вот и все запчасти покупаю, то, что касается двенашки, вот, стоит он 3560. Так, что здесь есть? Здесь есть выжимной подшипник, есть сама корзина с диском сцепления и вот такая вот направляйка. Это когда прикручивать корзину, чтобы диск отцентровать, это вот засовывать вот такую вот направляйку. Так, болтики, сразу говорю, что болтики, они продаются отдельно, вот эти вот болтики. Но я советую лучше купить, потому что я уже один раз снимал, когда ставил бэушную, и вот когда я вот вчера снимал, грани, конечно, не знаю, будет видно, не видно, грани слизаны, я еле-еле поснимал. Вот. Понадобится, то есть, еще 6 болтов. Там они по 5 рублей, эти болтики. Так, с этим понятно. Это есть. Так, теперь какой-то посторонний шум в правом переднем колесе. Вот я купил подшипник. Надо будет поменять. Не знаю, первый раз вот с такой фирмой связываюсь. Тоже продавец посоветовал из недорогого. Там стоит он что-то в пределах 500 рублей. Так, потом вот такой цилиндр передний. Конечно, хотел я их два купить, но второго не было правого. Купил я только вот такой вот левый цилиндр. Он что-то стоит 600 с чем-то, ну, в пределах 700 рублей. Для чего я его взял? После того, как я поставил передние колодки тормозные, при помощи двух рук мне колесо не провернуть. Хоть я и откручивал на старом цилиндрике, вот где вот спускать воздух, стравливать. Я и жидкость таким образом, когда давил на поршень при открученном вот этом вот штоке, пытался, но все равно никак. Пока я вдавил и проворачиваю колесо, колесо проворачивается хорошо. Но достаточно только до тормоза дотронуться, и опять все заново. Колеса проворачиваются с двух рук. А это же все как-то отличается на качестве езды. Там получается и тормозить-то сильно не надо. Тут пускаешь педаль газа, она сама тормозит. Это вечно, вечно передние колеса тормозят. Вот что мне не нравится. Из-за этого расход бензина увеличивается, намного увеличивается. Ну, я предполагаю так. И взял вот такой шланг. Один взял, что если в случае при откручивании шланга какой-то лопнет, не дай бог, конечно, я смогу его заменить. Ну и завтра сказали, что придет вот такой вот цилиндр правый. Завтра я куплю такой правый и буду собирать. Всем спасибо.